Песочек? Не значит, что мы туда идем, куда? Где можно? О, сынок. А куда мне ее деть? Лезь по палке вниз. А, лезь по палке вниз. Отлично. Тебя. Да, здесь. А. Ну. Кого? Чтобы заходить в воду? Мамочка, несколько слов. Где мы сейчас находимся? Ну, может быть, поконкретнее. Хорошо. Да, видно маяк. Вон он. А вон его. Отлично. Я здесь. А ты там что делаешь? Пяточками. Понятно. Пяточками мы ходим. А маяк у нас вон там. Мама, это ты кидаешь камушки? По-любому ты кидаешь камушки. О, как хлюпнуло. Молодец. Ты уверен? Ну что, вода-то хорошая? Можно? Я сейчас проверю. И где ж ты стоишь? В воде, что ли? Да, в воде. Пяточки мочишь? Хорошо. Что? Очень хорошая водичка. Очень хорошая водичка. Очень хорошая. Как? Дождите,
Галине кто-то утонул. Кто? Ну, я не знаю, кто-то утонул. Никогда не вставай на него. А он чуть-чуть острый. Мама, тебе не остренький камушек? Пенка. Какая пенка? Не знаю, не знаю. Это, наверное, кораблик проплыл, и волны пенку сделали, да? Брупа, ну-ка, брупа! Ну-ка, брупа, 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 брупа. Сына, ты что там нашел? На вперед, поехал. Куда едем, шофер? Мы едем ко мне на день рождения. Ну поехали, поехали. Не врежься ни в кого, рули аккуратно. Ну что, едешь, нет? Нет, здесь девочку надо пропускать. А, ты пропускал девочку.